Дани Рохас, все только о тебе и говорят. Ты настоящий боец. Спасибо за сведения. Вижу грузовик. Читаешь мне речь Кастильо? Нет, я серьезно. У моих прабабки и прадеда была тяжелая жизнь. Они уехали в другую страну и начали все сначала. Потом передали свое состояние моим родителям, а те, в свою очередь, приумножили и передали мне. Ты хочешь, чтобы я уехал? Ха, это бы решило мои нынешние проблемы, но нет. Можешь остаться в Яре, но Кастильо хочет перемен. Правда. Я каждый день с ним говорю. Он, как и ты, нетерпелив. Иногда лучше плыть по течению, чем против него. То есть я должна смириться с арестами? С лагерями изгоев? С казнями? В истории каждой страны мира были темные времена. Вот только сейчас все это можно заснять и показать в стриме, чтобы поставить на уши весь мир. Взять даже мою страну, Канаду. Можешь почитать, как там обошлись с коренным населением. А фрекинг, боже мой, но ведь никто не идеален. Болтай сколько хочешь, ты просто сраный захватчик. Давай, давай, хорохорься. Посмотрим, что будет через пару поколений. Подумай об этом. Дани, наши люди атакуют танки на берегу. Принято. Эй, бом-бом, бас! Ступай, бом-бом. Прикрой!
Ко мне, бум-бум! Янки заплатить за все, что он с нами сделал. Заодно избавим Эль-Эст от власти Кастильо. У нас тут снайпер! Дани, все, забудь про цистерны и бегу в порт. Ясно. Окей, ты в порту? Вообще-то да. Сижу в своем маленьком пункте. Его построили русские. Открыть невозможно. Буду ждать подкрепления от Кастильо. Круть. Я загляну поздороваться. Слушай, не прощаться. Если придешь одна, давай все обсудим. Я буду без оружия. А я нет. Yeah.
кассе! Депута мой. Эй, ребятки, ребятки, дело пахнет жареным. Если сейчас уступите повстанцам, то проиграете. Так что берите ноги в руки и марш сразу же к ним. Так что... Мерда. Черт, сколько ж баб... Елена, Макея тут нет. Нам устроили ловушку. Конечно. Инфу нам слил сраный предатель. Я знаю, как мыслят иностранные захватчики. Макей сейчас на одном из кораблей. Да, фартовая права. Ну, подходим ему! Но Пьерден Мофе, я с тобой! Елена, если Янки был на этом корабле, ему крыша. Я видел лодки у причала! Елена, если Янки был на этом корабле, ему крыша. Не был, Макей был на другом корабле, подальше. Ты уверена? Инфа от людей Гильберта. Кто-то из них на корабле и видит Макея. Я сейчас. Гильберта с тобой свяжется. Мы тут справимся! Давай, вперед! Эсу! У причала должны быть лодки. Бери любую и идуй за Макеем. Конгусто. Твои хамелеоны просто чудо. Знаю, только им не говори. А то придется поднять зарплату. Ха! Ладно, мне надо пробиться внутрь. Удачи, Лапуля. Если не видишь корабля, ориентируйся. Ясно. Далее. Внутри. Найдешь Макея. Можно отступить мосту, если придется. Зачем вы еще воюете, солдаты? Поверьте оттуда.
Ламораль, Либердад, да плевать на их название, черт вы, повстанцы, я победили. На другом корабле, наверное, было еще. Там окей. Не вижу. Поищу наверху. Хуан, рюкзак здесь. Дани, обстоятельства изменились. Вот только давай не будем, Хуан. Си-си, он правда тот еще кусок дерьма. Ну? Но он предлагает сделку. Маккей даст нам херову кучу бабла, если отпустим его. Реальный динеро, Дани. Клара не одобрит. Я с ней поговорю. Ты же знаешь, настоящая война начнется, когда умрет Кастильо. Ее не выиграть без денег, поверь. До сих пор нам нужны были только пули. Отпусти его и отправляйся в порт. Я уже на пути туда. Пора праздновать победу. Давай, рюкзак, иди и празднуй с остальными. Уверен, для тебя там уже приготовили пиньяту и все такое. Я думаю. Элеста пара съемпре, Дани. Елена! Я должна поверить, что Маккей свалил. Это в духе Либертата. Приветствуем, Дани! Скажи что-нибудь. Довольно с меня речей. Что ж, я полагаю, в таком случае твое мне стоит... Твое время вышло, Лоренцо. Фартовое? Сегодня я впервые почувствовала себя счастливой. В глазах вашего поколения я вижу тот же яркий огонь, ту же страсть и надежду, что видела у своего. Вместе мы сможем создать что-то новое. Это ваш век. Пусть в Яре больше не будет войн. Ламораль. Легенда 67-го. Бьенвенида Салеста, Клара. В Либертат вам рады. Грасиес. Но нет. Ламораль сама по себе. Неужели? Мы пом... Я знаю, что многим Революсьон 67-го кажется чем-то славным. Они чтят убийц того времени. Но те хотят уничтожить вас так же, как моего отца. Когда я смотрю на вас, я вижу львов. Либертат, Ламораль. Убийцы 67-го, они лгут вам! Они
Все они на самом деле террористы. Я хочу одного – возродить рай. Но из-за террористов за это придется заплатить высокую цену. Заплатить кровью. Это революция. Для Яры будет последней. Пусть львы одержат победу! Конью, как мне вас не хватает. Так где эта вечеринка? Погнали.